Всем доброе утро, у нас новый день. Мы сейчас завтракаем, но мы уже дома. Мы вчера вернулись. Мама. Неожиданно, наверное. Мама. Да. Арсений вернул нас домой. А где обед? Сейчас принесу тебе этот завтрак. Этот завтрак называется. У нас все называется обед. Еда. Дети играют в Бравл Старс. София играет. Я не знаю во что. Ждем еду. Они кушают на него, что не играют, танцуют, вилочки, ложки разбирают. Я тоже не играю, я на почту отвечал. Короче, работал, да, типа? От этого завтрак и есть. Не кушай, не кушай. А что ты хочешь кушать? Что ты заказала? Тортик. Тортик, а еще? Сырники, наверное? Сок, хорошо, а еще? По вкусности. А что еще ты заказывала? Сырники заказывала? Да. Да? Вот так. Такая скромная девочка. Колбаса, колбаса. Аккуратно ударишься об стол. Колбаса. Язык покажу, не брал. Колбаса. А если я так буду? Колбаса, 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 колбаса. Как и можно, брат? Тоже будет? Вот, перенесли нам уже покушать. Сырники все еще ждем. Дай мне нож. Так, что у нас обзор на завтрак? Салат у нас с семечками, помидорки, огурчик, капуста, редис. Это у нас фасоль, томатный фасоль. Раньше с маслом. Тихо, не кричи. Мама взяла. Вот он, масло с зеленью и солью. Бекон. Сейчас тебе твои сырники принесут. Два яйца, две сосиски, грибочки. Вот и все. Давай, ребята, забираем, чтобы вы понимали, я такое точно не съем. Буду с кем-то делиться, потому что это очень большая для меня порция. Вот. Все остальные все еще ждут. Так, принесли уже Софийке с Арсением, это сырники. Я забыла сфоткать. Мама! Хотела сфоткать? Мама! Ну, я съем вот этот, вот сфоткаю вот этот. Пить. Ясно. А пить после еды. Мы так сказали, чтобы вам так принесли. Ну и завершение может быть. И Колин любимый кофе. Даже Арсений пишет кофе, да? Я сегодня как вы. Я не свой любимый взял. Ребятки, мы сейчас завели Софийку в модельную школу. Вон Никуша наша. Платьице сегодня Никуша. Шапку одевала сама. Сразу видно. Давай поправим шапочку. Давай. Сегодня у нас до 22 градусов будет в обед. Платье, да. Любительница платья. А мы погуляем, пока Софийка занимается. У нее целых полтора часа. Сходим, погуляем. Да, и у Ники платье. И у тебя платье. Не поднимай платье. Зачем ты подняла платье? Юбка говорит. Девочки, платье не поднимают. Ты что? Скажи, не кушай, не представляете. Мама, Мишка, тепло, мама, Мишка. Что даже мороженое сегодня покупаем, да? Да. Так, аккуратно, только. Аккуратно, давай. Пододвинем тебе стол, папа, пододвинь немножко. И мороженое очень медленно кушаем. Договорились? У меня, у ее малина кокос, у меня манго, у Коли два каких-то. Мохито и рикотта с вишней. Понятно. И кофе мы еще ждем. Манго? Манго, да. На маме надела попробовать. Она не тушует. Кстати, мы первый раз сели, что мы много смотрим на советскую, да? Мы все время садились вот потому что все время было занято. Ну, а тут, пока фонтан не работает, то неинтересно, да? Понятно. Мы сейчас с девчонками вышли, выехали погулять, погуляли по Советской. И, короче, не помнила, что она не сходила в Минске в игровую комнату, да, доча? Теперь это называется. Заколку где-то потеряла, потому что пока мы гуляли, спала. Сейчас пойдем погуляем. Мама, не там, да. Пришли мы в магазин, Софья тут себе джинсики новые высмотрела. Как всегда, широкие. Ну, это пока уже сейчас. Вот и здесь она, Коль. Ника, Ника, ты что пошла мерить? Маленькой нету, 134. Помери, папа. Помери, как она все будет. Ну, сейчас как раз. Это у тебя черная только. Она, наверное, вот на сейчас. Ну, так она сейчас и есть. Застегнись, пожалуйста. Так могло бы быть даже. Кстати, не белый цвет, не так сильно будет мазаться. Но. Не
Не дергай, просто аккуратно. Смотри, Ника себе взяла тоже померить. Шапку! А шапка тебе зачем? Сейчас я еще там кое-что... Не торопись. Просто спокойно застегивай. Вот. Такая могла бы быть, наверное. Никуш, стой, ты куда? Ники, у Ники хвостик. Никуш, покажись. Боже мой, бейсболистка. И София бейсболист. А и Б. Сидели на трубе, а упала бы, пропала. Что осталось на трубе, да? Девчонки. Мне нравится. Ника еще там у нас. Мы их точно возьмем. Штаны ты еще хочешь взять? Вот куртка мне тоже посмотри, нравится. Куртка. Ну, вот сейчас будет, допустим, 8, когда ее сейчас можно как раз носить. И вот это вот мне тоже нравится. Мне кажется, 134 она на очень. Да, будет однозначно. Ну что, давай брать тогда. Так, София уже примеряет, еще что-то не сняла, уже примеряет. И Ника тоже успела отхватить себе платье. Папа, покажи. Ника, иди сюда. Раскатое платье. Вы тоже с бабочкой. Никуша! Где она уже? Всем привет, у нас новый день, у нас тут уже работа. София пришла со школы первый день после каникул. Ну, как давно, да, пару часов назад пришла со школы. Тут Куля, смотрите, вычесывает траву. Вот такой у нас агрегат есть, вон тот оранжевый. А вот сейчас Коля взял газонокосилку, видите, будет сейчас эту всю вычесанную траву собирать. Это такой лайфхак для тех, кто не хочет отдельно сам собирать. Либо просто часто выносить вот это ведро. Да. Никуша, отбегай! А, Никуша со своей куколкой играет, да? Видите, столб у нас упал. Надо сейчас еще столб поменять. Доп-доп-доп. Да? София, доп-доп-доп. Да, доп-доп-доп. А вот так это все выглядит. Видите, оно все быстро зато убирается, не надо... Все живы, позволяло нам сладко. А, ну и где он сейчас? Не знаю, что такое, но явно не человек. Дай жопу? Ого, какая плохая идея. А Петер? Как лагать? Как все дети не лагать? Люди не лагать. Давай, еще красиво. Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Likey.